Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня выехали на рыбалку. Вот такое хорошее место, ну, обычно с которого я снимаю. Сегодня приехали всей семьей, точнее, два сына и мои друзья приехали со спиннингами порыбачить. Пока что вот такой туман. Вот красиво все. Тихое утро. Сын младший позвонил, уже сказал, что словил маленькую щучку. Сфотографировал. Я сегодня буду пробовать новые воблеры, которые пришли. Если что-то словим, покажем. Ну, что не словим, то не покажем. Приступаем к ловле. Вот, друзья, кинул вдоль берега. Думал сначала зацеп за траву. Сначала не понял, что такое. И вот такой вот шнурочек. Разловил я новый воблерок. Крэнк. Маленький, 4-граммовый. Вот такая вот щучка мелкая на него клюнула. Довольно хорошо засеклась. Сейчас снимем. Хорошо села. Засеклась за два тройничка. Вот. Будем пробовать ловить. Дальше вон Андрюха в стороне ловит. Будем пробовать, может, что и покрупнее словим. Ну, а этого шнурочка отпустим на волю. Плывет. Зовет мамку с папой. Был, друзья, один выход щуки прям за воблером. Я покидал, но взять не захотела. Сейчас поставил другой воблер, посмотреть. Игра понравилась. Заброзов 10 сделал, но пока поклевок не было. Плавающий воблер, ну, играет довольно красиво. Щука бьет. По берегам, но... Но пока брать особо не хочет. Всплески то там, то здесь. Видит глаз, но зуб не имеет. Сейчас пойду своих догонять на том берегу. Туман прошел, начали комарики появляться. Будем пробовать ловить.
перейдем на другое место. Трава большая. Вот только отошел, буквально на том месте, где кидал, ударила щучка. Что-то не хочет. Погода сегодня солнечная. Посмотрим. Что-то сегодня, друзья, слабенько. Сын словил одну щучку. Я. И все. Было пару ударов. Видел, как щука выходила за воблером. Ловим пятером, но еще ни одной хорошей головы на пятерых не словили. Перешел на другой водоем. Попробую здесь покидать. Тут цепляется воблерок. Глубина хорошая. Если сильно по дну вести, цепляется за старую траву. Спиннингист начинающие. Учимся, пробуем. Рыбалка — дело такое. Сегодня есть, а завтра может ничего и не быть. Пойду дальше пробовать. Вот, друзья, распогодилось. Ходим, ловим на 5 спиннингов. Но поклевок что-то вообще нету. Пару выходов было. Щука гуляет, но брать не хочет. Попробуем еще что-нибудь. Может завтра быть, поедем? И получится выловить. А, завтра куда вы поедете? На таком красивом живописном месте мы сегодня ловили рыбу. Место очень красивое, как видите. Тут идет река, а вот это вот такая заводь. Там дальше еще одна. На видео было видно. Я заходил на нее, пробовал покидать воблерки. Ну, такое вот красивое место. Там такая небольшая заводь. На заводе глубина 2,80, 3,5 метра. А здесь 8 метров глубина. Хорошие, красивые места. Ну что, коллеги, сегодня не наш день. Сегодня встретились с многими рыбаками. Поспрашивали, что, где, да как. У всех клевало только с утра, буквально, пока был еще туман на рассвете. А потом у всех как обрезало. Мы прошлись два раза по одним и тем же местам. Ну, только
у сына, друзья, неожиданный улов. Воблер Сальма Хорнет 6. Не знаю, будет видно, не будет. Вот. Зацепил сальмовский воблерочек. Я посмотрел весь зубами. Хищника покоцан. И, похоже, это базальтовый. Шариков внутри нету. Ну, уже приятно. Уже приятно, что хоть воблер словили, но при этом потеряли два своих воблерка. Один сын отсадил, один я. Ну ничего, это расходный материал для нашего хобби, поэтому ничего страшного. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. До новых встреч!